Всем привет! Давно уже пытаюсь вырастить у себя на участке грибы белые. Но перепробовал кучу способов и ничего из этого не получилось. Пробовал просто разбрасывать шляпки старых белых грибов по участку. Ничего не получилось. Потом пробовал брать воду, добавлять туда дрожжи, сахар, как брагу делать. Потом добавлять туда шляпки старых белых грибов, разводить, оно настаивалось потом неделю, там две. Потом везде под деревьями поливал этой смесью из лейки. Все здесь пролил, вообще весь этот лес. И ничего из этого не получилось. Но один мой знакомый мне посоветовал 100% способ, как вырастить себя на участке белые грибы и не только. Он мне посоветовал заказать в интернете мицелии этих грибов и просто посадить их здесь. Заказал, в общем, я, недолго думая, на 8158, по-моему, рублей российских этих грибниц. И сейчас покажу, что я заказал. Да, также я пробовал еще кормить этими шляпками грибов кроликов, а потом ихний помет раскидывать по участку. Так как в интернете написано, что именно так белые грибы и размножаются. То есть какая-нибудь зверушка съест их, а потом сделает свою дело, и на этом месте вырастает белый гриб. Так, вот мой заказ. Сумма 8158 рублей. Ну вот грибы здесь стоят за одну штуку 347, 495, 347. Так, ну это кабачок, семена кабачка 28. Так, 248, 348, 314, 224, ну, в общем, такие вот цены здесь. Немножко не маленькие. Ну, надеюсь, оно того стоит. Потом осенью увидим результат. Этой осенью или следующей. Не знаю, как получится. Но как только будет результат, сразу же сниму об этом видео. Так, также есть еще семена, заказал семена огурцов. Блин, так, огурец F1, первая получается селекция, или как это называется. Так, Сибирский экспресс. Так, укроп гавриш. Так, еще один гавриш. Так, укроп аллигатор. Так, гавриш. А еще один укроп гавриш. Короче, еще огурцы какие-то, еще огурцы. Так, монолит F1. Еще монолит F1. Так, еще какие-то огурцы, еще огурцы. Так, кабачки. Так, кабачок бесплодный, корнишонный. Так, укроп кустовой. Так, еще какие-то огурцы. Так, еще один гавриш. Визитка. Здравствуйте, меня зовут Бадулина Татьяна. Этот заказ собран и упакован для вас моей команды. Надеюсь, что заказ добрался к вам успешно, и вы довольны сотрудничеством с нашим интернет-магазином. Будем рады собрать вам новый заказ. Блин, хороший интернет-магазинчик такой.
Мне понравился. Что-то фотографии в интернете другие были. Там коробки какие-то большие были. Так, это у нас три штуки. Три штуки белый гриб сосновый. Мицелий грибов. Так, три штуки есть. Ох, а это что так много? Так. Рыжик деликатесный. Мицелий для выращивания грибов. Вот такие упаковочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ха, странно. У меня такого в накладной нет. Ну, у меня есть, но их 6 штук. Их почему-то 7 положили. Бонусы, наверное. Мне там сейчас скидку сделали 1500. За то, что много заказал. Так. Белый гриб сосновый. Мицелий для выращивания грибов. Такая еще упаковочка. Вот еще одна накладная. Так. Ну вот, максимально 6 штук. Я не видел, чтобы здесь 7 было. Да, мне еще бонусы положили, получается. Вот, я заказал 3, 2, 3, 3, 5, 1, 1, 3, 3, 3, 6, 2, 1, 2, 2, 2. А мне их что-то положили немножко больше. За ту же сумму. О, а вот это примерно то, что я видел. Вот это вот, ну то, что я видел на сайте. Вот это более уже похоже на то, что нужно. Грибница. Белый гриб сосновый. Научно-производственная микологическая лаборатория «Симбиоз». Так, объем 1 литр. Стерильная фасовка. Упаковку вскрывать непосредственно перед применением. Вот это уже похоже на то, что нужно. Так, три штуки. Так. И этих три штуки. Научно-производственная. Так, грибница. Белый гриб классический. Блин, я даже не знал, что их столько селекционных сортов. И как их вообще селекционируют? Мне интересно. Так, и две штуки. Две штуки у нас. Грибница, белый гриб, еловой. Выращивание грибов в саду. Посадка грибницы проводится под любыми садовыми деревьями хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур в любое время года. В непромерзшую почву, вблизи выбранного растения. Не далее 2 метров от ствола. Аккуратно, не повредив корневую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объемом 3-5 литров любой формы, глубиной не менее 30 сантиметров. Можно выкопать объемнее и глубже. Образовывающееся углубление и выкопанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней растительности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку 2 литра чистой воды. Полученный котлованчик рассыпаем в грибницу, не применяя и не уплотняя. Так, последним шагом прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбовываем и поливаем 3 литра воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении грибницы капельным способом. Так, капельным способом в сухую, жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы в жаркое или холодное время. Блин, очки не один года. Когда грибы не растут, сверху на место посадки грибов следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растениями после первого урожая. Грибница растет и развивается автономно.
как и в естественных природных условиях, и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и осенью, но первый урожай грибов порадует вас не раньше, чем через 2,5 месяца после посадки. Так, значит, следующее видео о результатах ждем не раньше, чем 2,5 месяца. Если как только что-то вырастет, сразу же я засниму в этом видео и сообщу вам. Кому было интересно видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео с результатами. Также ставьте лайки и всем пока!